Меня зовут Эмилиано Де Вито. Я родился во Флоренции в 97 году и постоянно жил в коконе. До недавнего времени у меня была девушка Аллегра, скажем так. Моя соседка по парте, которая вместе со мной читала стихи Катула. Вчера меня позвали на собеседование. Я так больше не могу. Одни и те же разговоры, те же темы, одно и то же кафе. Тебе не нравится кафе? Да я вообще не про кафе! Ты ведь уже слышал о Витторио Вицози? Писателе? Да. Поживешь немного с ним и сделаешь все, чтобы он закончил свой новый роман. Доброе утро, профессор. Очень-очень шустрый. Ты просто обязан поехать в Милан с этим сукиным сыном. Пусть он тебе все расскажет, а ты передашь нам. Ну, погнали в Милан. Как мы поедем в Милан? Да на твоем скутере. На скутере? Тут карабинеры. Ну так что, отпустить вас? Как мы поступим? Прокатитесь. Не машина, а песня. Вот так. Шеф, по-моему, вы слишком быстро едете. Из вас уже белый дым валит. Ты что-то узнал про книгу? Современный сюжет, романтичный, много красоток. Не знаю, можно ли начать все сначала, но 54 года – лучший возраст для безумств. Хочешь сказать, что мы приехали в Милан, чтобы ты встретился с женщиной, с которой не виделся 100 лет? Думаешь, это безумие? Музыка.